Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис. В этом выпуске мы первое, это сделаем гайд на Беттани. Второе, или местами поменяем, ответим на вопросы, которые вы задаете в комментариях под этими видео. Под этим видео, под другими видео, под любыми видео. Самое интересное выбираю, на рандомчике вставляю и отвечаю на эти вопросы. Дальше, у нас свитки будут. Свитки, также там штук 80 свитков. И еще ГВшка. Может еще что-то? Ну, там уже посмотрим, не все вспомню. Так, поехали. Давайте сначала тогда лучше ответим на вопросы ваши, которые вы задаете в описании. Задает вопрос к Сито или к Сайта, как правильно, не знаю. Как сработает третий скилл Дафниса на водного стража магии, который эссенции дает? Я понял. Ну, возьмем, допустим, 10 этаж. На 10 этаже водного стража у него 1 миллион 610 тысяч хп. То есть ты его ударишь сразу на 15%. Активный скилл 3 Дафниса, он бьет на 30%. То есть снижает 30% максимальное количество хп. Неважно, сколько хп. Но против боссов это в половину урезается. Себе, Дафнису, ты срежешь 30%. А боссу ты срежешь 15%. Но 15% с 1 миллиона 600 тысяч это будет где-то 220-250 тысяч, не обессудьте, считать быстро не смогу, калькулятор в зубы и все. То есть 250 тысяч ударить босса, это неплохо. Но опять же, та же Сигма бьет на 350-400 тысяч третьего скилла. Та же Лин, Амазонка Света у меня бьет почти 700 тысяч. Поэтому нет смысла в Дафнисе на водном страже. Следующий вопрос задает у нас Рейн. Доброго времени суток и тебе привет. Сколько смотрел мировую арену, очень редко видел там самурая огня. Скажи, пожалуйста, он так бесполезен или его все-таки можно в какую-то пачку засунуть? Заранее спасибо. Не знаю, почему ты решил сравнивать или искать самурая кого там огня на мировой арене. Смотри, самураю огня, чтобы он себя максимально круто проявил, ему нужно закинуть массовый раскол. И желательно, чтобы это делал пират, так как пират дает и баф на атаку, и раскол. И после этого самурая огня, он с третьего скилла бьет достаточно больно. Но каков шанс того, что тебе даст враг это сделать? И закинуть раскол, и баф на атаку, и после этого ты еще и походишь самураем. Естественно, на онлайн-арене тебе этого не даст никто сделать, тем более уж своим самураем огня. Самурай огня, если кто-то и раскачал, его используют на огненном питоне, так как он массовками сбивает эти споры. Его используют на ГВ, на арене, на захвате, в атаке, в защите он не нужен. То есть ему нужны хорошие руны, которые ты вряд ли ему отдашь, и ему нужен фулл скилл. А зафулить скиллы самураю это просто бездонная яма. Около 16 демонов на него нужно слить. Из самураев, мое мнение, самые топчики это свет и тьма. Кому-то еще и нравится огненный. В огненном я понимаю, потому что у него дополнительная массовка. То есть если бы я его там года полтора назад раскачал, я бы его до сих пор использовал. А так, не знаю, дело твое. Третий вопрос задает Тарас. Какие руны одевать Маг Брауни Вади? Такой Вадик. В общем, какие руны одевать магу Брауни воды? То есть это Орион. Ему одевают либо очень быстрый свифт, хотя бы 150-160, а еще лучше 180-190 и 200 скорости в плюсе. Либо быстрый Виолент от 130-140 в плюсе, понятное дело, но обязательно с иммунитетом. В Виоленте обязателен иммунитет. В свифте, ну, скорее всего, будете ходить первый, там иммунитет не обязателен, но если вы нападете на Лео, Лео может вам слить атакбар вашему шарику, и вы уже походите явно не первый. Поэтому, наверное, в любом случае обязательно иммунитет одевать, но дело ваше. В общем, либо быстрый свифт, либо быстрый виолент. Есть извращенцы, которые одевают очень быстрый деспайр, но это уже дело каждого. Это уже третий вариант, более извращенный. На же Беттани, посмотрим, что она получает при эвейке. У нее скорость плюс 15. И на самом деле, посмотрите, да, это один из самых быстрых ДД в игре. Изначальный по скорости. Изначально по скорости. 120 СПД. Это жестко, на самом деле. Да, 120, то есть вы можете сделать 50-60 в плюсе, и этого будет более чем достаточно. Ну, смотря для кого рейтинга все-таки, но все же. А теперь по скиллам, потом где ее используете, во что ее я бы, наверное, одевал. Первый скилл. Когда вы атакуете цель, пускает во врага волшебную стрелу, да, накладывает на него различные дебафы в зависимости от соотношения между своей стихией и его стихией. То есть, к примеру, на свет она может один дебаф кинуть, на огонь, на ветер, на воду, другие дебафы. Враг получает 15% дополнительного урона за каждый дебаф на себе. К примеру, вы накинули на цель 10 дебафов. И Беттани с первого скилла, уверяю, шарахнет очень-таки знатно. Ну, больно будет. Прям больно. То есть, недавно я делал гайд на мага в Брауни.
На бомберов, я не помню, как их там зовут, на бомберов. У них на первом скилле подобная тема. Но у Беттани еще и мультиатака суммарная больше. То есть она бьет в 10 дебафов, серьезно. Прям чувствуется, там 30-40 тысяч дамаги уж точно влетит в 10 дебафов, если вы кританете. Второй скилл, что он делает? Так, в общем, вы бьете всех, это массовка, и вы можете закинуть замедление с определенным шансом на 2 хода. Стрела с клином. Божечки, такое название прям эпичное. В общем, это массовая дамага плюс замедление. Замедление массовое, оно не стопроцентное, но все же. Замедление, вы знаете, может повлиять на дамагу некоторых персонажей, типа там Теомарса и любого Ифрита с первого скилла. Всяких там Орочи и прочей вот этой дичи. То есть это еще и может понизить дамагу. Мало того, что враг будет реже ходить, вы снижаете скорость врага, следовательно, вы выигрываете суммарно несколько там ходов. Ну, зависит от вашей скорости. И все-таки дамага плюс массовка. Вот, и третий скилл. Она бьет два раза с этого скилла, бьет в одну цель. И с каждой атаки у вас есть шанс того, что вы не просто продамажите, а еще и пробьете сквозь броню. Игнорировать защиту врага. То есть принцип как у Люшена. Только Люшен всегда 100% пробивает, а Беттани с определенным шансом. Но скажу так, хорошая Беттани с третьего скилла. Хорошая, то есть не имбалансная какая-то, у которой там не эпические офигенные руны, но и не полное днище там новичка, который ее выбил на 5 уровне, и на 7 левеле вы ее одели в какой-то там фатал с последней локи. То есть хорошая Беттани, то есть там 1500 атаки и, к примеру, там 150 крит урона, она с третьего скилла на ГВшке вшарахнет, ну, сквозь броню уж точно 30 тысяч как минимум, как минимум. То есть обычная атака, если она не пробьет, она ударит, ну, зависит от, конечно, бафа на атаку на вас, висит ли раскол на цели. То есть вы ударите около 10, ну, может, 15 тысяч. А если пробьете сквозь броню, то там дамага будет валироваться от 30 до 40 тысяч с одной атаки. То есть зависит от тех рун, от качества рун, которые вы оденете. То есть вы суммарно можете внести 1060 либо 80 дамаги, если вы два раза пробьете. Но уверяю вас, если вы даже один раз пробьете, вам этого зачастую будет хватать. По-любому. То есть она очень хорошо заходит против всяких там жирных персонажей. Ну не скажу, что она хорошо заходит против панды. Такой, как, допустим, ветер, потому что на ней может быть контратака, вы не пробьете, в ответ получите люлей, и, собственно, вашу еще и Беттани забьют все, как мамонта. Так что, наверное, не очень хорошо. Но против всяких архангелов, огня, ветреных, в общем, у тех персонажей, которые вы считаете, что у них много брони, и желательно их вот хотя бы один раз пробить из двух атак, а у вас будет два шанса того, что вы пробьете. Но это всего лишь 30% шанс. То есть это далеко не 60, не 90% шанс. То есть она может два раза ударить с третьего скилла и ни разу не пробить. Это будет как бы печальненько. Она зайдет на арену, она зайдет на ГВ, она зайдет на захват. И иногда еще зайдет на гидру и также может зайти на светлого червя. Там она будет бить очень и очень больно. Где еще ее пристроить? Ну, в башню вы вряд ли ее будете брать ради замедления там какого-то и пробития сквозь броню. Ну, может, против какого-то босса его возьмете, если вы любите этот рандом. То есть она фановый персонаж, рандомный, пробили хорошо, не пробили, будет печально. И смотрите, с ней желательно брать в любом раскладе пирата. Почему? Вы скажете, что для пробития сквозь броню раскол не нужен. Да, но это если вы 100% пробиваете сквозь броню. А у нее третий скилл далеко не 100% пробивает. Поэтому с ней желательно всегда брать пирата. Либо какого-то там массового раскольщика плюс баф на атаку. Баф на атаку ей 100% нужен. Если вы пробили сквозь броню, то неважно, висел на цели раскол или нет, дамага будет одна и та же. Абсолютно неважно. А вот если вы не пробьете, вы можете не пробить, но все равно персонажа в раскол вы убьете. Потому что третий скилл все равно бьет больно. На ГВ заходит, в принципе, неплохо против жирных пачек. На захвате тоже, если бы она у меня была, я бы ее использовал. Вот, то есть, очень неплохой персонаж. Плюс лидерка для нее же дает бонус по атаке 35%, а это немало. То есть, тем более, вы ее можете поставить где угодно. Вы с ним можете, там, допустим, взять еще какого-то темного персонажа, который тоже будет дамажить еще сильнее. Во что бы я ее одевал? Либо какую-то солянку, неважно каких 6 абсолютно рандомных рун, просто получить хорошие статы, чтобы она больно била. Либо одел бы Виолент, более слабый, конечно же, потому что в Виоленте тяжело собрать хорошие статы. Но при этом, если бы она не убила с третьего скилла, есть шанс прока Виолента, и вы можете ударить с первого скилла, либо со второго скилла и добить эту цель. Но вы потеряете, скорее всего, в каких-то суммарных статах. То есть здесь дело ваше. То есть либо солянка, либо Виолент, либо там думайте, что хотите. Фатал на нее можно, конечно, тоже одеть. Свифт, скорость, и я же говорю, 50-60 допами более чем достаточно. Так, теперь мы будем воевать. Выбирайте чатик, с кем будем драться. Так, цифра 1. Так, я пока включу голосовалку.
Так, дальше цифра. Стоп, цифра 2. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Так, цифра 3. Так, сюда мы возьмем вот так, наверное. Пофиг, что у них есть иммунитет изначально, но я не думаю, что она свифтовая. Скорее всего, виолентовая по-любому. Поэтому мы должны походить перед ней. Так, и возьмем Тиану еще. Так, сюда мы возьмем... Можем копером убить либо ее. Либо ее. Вот здесь такой вопрос, как бы кого лучше убить. Ну, скорее всего, Сиару, так как эта подруга ничего не делает особого. Так, или взять сюда все-таки кресты какие-то и Рину. Да, можно взять два огненных персонажа и банально Рину, которая должна, в принципе, все это вытанковать. Да, возьмем Рину, возьмем Хамона и возьмем какого-то, допустим, Тессариона. Я думаю, вполне закатит. Брать ли лидерку на резист? У нее все равно фактически сотка. Наверное, не будем брать. Лучше, наверное, на скорость дамагу повысим всем. Всем. Ему и ему. Так, поехали. Пара-па-пам-пам-пам. Хера себе, она быстрая. Свифтовая подруга. Да. Хорошо, что дала свою иммунку, на самом деле. Плохо, что не закинули... Моя мать, расколы Бетти, блин. У тебя 60 точности. 60. Этого мало, да? Так, этот сдох хотя бы. Заморозь ее. Ой-ой-ой, сейчас она будет баланситься с кем, с кем, с кем. А, так бар у меня. А, она с Тианой может сбаланситься. Точнее, Тиану. Да, Тиану, конечно же, самый выгодный вариант. Варя. Зато дала Тиане ход. Блин, сейчас иммунка у нее будет. Это она в Виоленте такая шустрая? А, худеть можно. Так, ладно, не будем пока ничего делать. Класс. Класс, конечно же. Два удара, два крита. Серьезно, да? Два удара, два крита. Но мы ее, наверное, не убьем даже. Она сейчас один раз сбалансит и все. Так. Ну да, она один раз сейчас сбалансит. Она ищет подходящий момент, так, чтобы сбалансить. По Атакбару зашло. Да, не убьем мы ее. И второго скилла будет достаточно. Спасибо, адмирал. Ладно, не будем терять Верада. Так, что у нас здесь? Так, будем убивать, наверное, Сиару первую. Так, пока Сиара. Так, следующему ему надо будет, наверное, заблочить. Так. Меня будто в задержке в полтора часа смотрят. Капитаны очевидности. Личный крест. Так, кого же мы грохнем? Тебя первого, наверное, будем убивать. Так. Прошел Обливион. Так, сейчас опять будет снимать себе все, наверное. Нет, пока. Так, следующий. Так, первую пачку мы можем взять Копера. Убить ее, если она не свифтовая. Вот, убиваем ее. Потом, наверное, через дабл Копера пойдем.
Так, где дабл копер? Но если она не через защиту. Если она через защиту, это будет печалька. Так, где у нас дабл копер, дабл копер. Так, возьмем, где наш зефир. Если ее убиваем, потом убиваем его, ну и этого замучаем за полчаса. Так, а сюда мы возьмем. Здесь, блин, баланс этот. Не особо в тему. Так, кого же мы сюда возьмем? Наверное, тоже возьмем через Тиану пачку. Тиана, Верат. Так, Тиана сдохла. Верат у меня остался только. Через Чхиву мы, наверное, не успеем сходить. Залюшенить, она сбалансит и его отхилит. Через бомбу она снимет с кого-то бомбу. Тоже плохо. Так, поэтому мы сюда возьмем, наверное, что-то типа вот такого, наверное. Вот как-то вот так возьмем, да? Правда, блин, она снимает бафы. Да, она снимает бафы. Может, тогда Чоу лучше? Пират плюс Чоу. Блин, ну эта звезда кинет иммунку. Либо с кого-то снимет. Чоу или Шарика? Так. Так, шарик, шарик воды. Так, Тессарион. Наверное, лучше все-таки Тесса возьмем и попробуем взять все-таки пирата. Так, пират. Или может лучше Аннабельку. Попробуем с пиратом. Хотя пират может очень быстро сдохнуть. Да и этот может быстро сдохнуть. Да все тут могут быстро сдохнуть на самом деле. Попробуем с Аннабелькой все-таки. Так, где у нас Аннабеля? Пробуем с ней. Так, поехали. И? Отлично. Жалко, что он, конечно, свой раскол не давал. Хотя пофиг, он должен сдохнуть раньше времени. Так, отлично. Контратака, паскуда. Убиваем. Так, этот будет следующий. Стан. Ага. Так, застанет, застанет, застанет. Так, зальем, наверное, его еще раз. Откатить ему быстрее скиллы. Ну, застань. Тварь. Проквиолента. Собака. Оу-оу-оу-оу, что-то он разошелся. Ну, давай, крит, крит, пожалуйста. Отлично, крит. Чудненько сдох. Ща кто-то умрет, чувствую. Набелька, пока не плакай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да твою мать, стойте, стойте, стойте. И вот сейчас что делать? Но мы, в принципе, еще успеем, наверное, хильнуться. Должны. Ну, проквиолента. О, да, отлично. И кого? Попытаемся ее вынести. О, да, хотя бы минус один. Подхил или слип? Лучше подхил. Слип? Ну, за слипой. Варя. Блин, ну за слипой, спаси. Спаси рядового Тессариона. Пиздец Тессариону. Да, минус Тесс. Так. Слип. Блин, взял Тессарион, сдох. С волота. Парапапам, парапапам. Сейчас будем еще заходить на аккаунт. Или Сарса ему проходить башню. Пам-парам-па-па-па-пам. Сначала к Елисарсу, потом к Ивану будем заходить. И одному, и второму будем башню проходить. Парам-пам-пам-па-пам. Пытаться. Питаться. Питаться, питаться. Так, все проголосовали, да? Цифра 2. Так, раз, два. Так, здесь будет... Ну, Коппер сюда точно не прокатит. Мы не убьем Арха. Скорее всего.
сюда через какую-то быструю пачку попытаться зайти. Но, блин, здесь шарик, наверное, под 150 плюс лидерка. Хотя мы можем обогнать его через этого шарика. Этот шарик, у меня остался верадушка. Ну а чем эту Сиару убивать или чем ее контролить? Попытаться через Калли? Можно бафнуться. Но, блин, если мы не заморозим этого Гимини, он не должен быть, естественно, в иммунитете. То есть мы его в теории должны заморозить, разогнать. Разогнать и заморозить его. Но нам желательно еще лидерку на скорость, потому что шарик мой походит, а после этого может походить его шарик. Это уже как бы не круто. То есть Верат может не вклиниться. Или может Верада не брать. Просто через дамажного Люшена. Тогда нужна будет лидерка на скорость. Через обычного Люшена в теории можно сходить. Но надеюсь, мы убьем Перну. Давайте попробуем залюшенить. Так, и возьмем Люшу более быстрого. Ну, если я обгоню. Надеюсь. Так, а сюда мы возьмем... Тут у нас тогда остается Вуса. Вуса. Нам нужен будет раскол. И, наверное, возьмем Чоу. Где у нас Чоу? Чоу, Чоу, Чоу. Чоу, мазафаку. Если арх нам сильно не помешает. Хотя за это время мне могут пирата грохнуть. А могут, да, реально могут. С другой стороны, если у меня прокнет Виолент, я его быстро убью. Хотя его тут же будут воскрешать. Знаете что, мы попробуем взять сюда не этого, не Вусу, а взять сюда Делфой. Хотя, с другой стороны, тогда нам... Ладно, оставим так. Попробуем так, ладно, поехали. Первый раз Делфойка буду тестить это. Пам-парам-пам-па-пам-пам-па-пам-пам. Так, раскол. Откатить арха бы сейчас. Ай, блин, откатить или иммунку кинуть. И кого откатывать? Этого мы все равно сразу не грохнем. Дать ему воскресить или... Марс может кинуть раскол. Блин. Я думаю, откатим арха. Отлично. Пират сейчас, как обычно, сдохнет первый. Нет, Делфой первый сдохнет. Прям отлично. Так, минус один. Так, сейчас мы подхилимся. Раскол ему кинуть или слить атакбар? Сольем атакбар. Кто-то в дестрое, походу, арх. Потому что кто-то немного хпшку сдестроил. Естественно. Да, давай еще 8 раз походи, блин. Еще походи, не стесняйся. 8000 раз можешь походить. Так, дотик закинули, замедло. А, он уже и хил себе откулдаунил. Ну, отлично просто. Сейчас через один ход уже воскрешение, да, будет? Устойчивость. Ну, естественно, твою мать. Откати. Не будем тратить этот скилл. Откати. Замедло. Так, Делфойку пока он не хочет бить, это хорошо. Ну, крит. Отлично. Пам-пам-парам-пам. Раскол. Ну, кинем раскол. Откати. Устойчивость. Ну, замедло. Замедло, убей. Красавчик. Красавелла. Да, еще повезло Чоу, то, что он не глянцил. Так, ну, по крайней мере, мы здесь сходим. А вот хватит ли дамаги? Сейчас Гимини такой 40-50 тысяч хп. У Сиары 88 миллионов тысяч хп, да. Ой, чё-то крит не прошел. Да-да-да-да-да, бей Перну. О, бей петуха, отлично. Минус одна. Не убивай, не убивай. Еще немножко поживи. Раскол. Ну. Живи, Перна. Ой, Перна, да, собака. Перна, собака. И у меня, по-моему, еще нет, да, ульты нету. Крит. Красавчик. Вообще красавчик.
На этом я буду заканчивать. Огромнейшее спасибо тем, кто приходит на стримы. Стримлю каждый день онлайн, начиная с 18:00 по московскому времени. Там уже ориентируйтесь по Москве. Всем удачи, хорошего дропа, до встречи онлайн на стриме. Пока-пока.